нам солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Зубок! Ой, доброе утро. Куда же он подевался? Сказал, чтобы я поскорее приходил, что у него дело интересное есть. Сам куда-то убежал. Одни палочки остались и молоток. Ой, а это что такое? Ух ты, железная дорога нарисована. Какая красивая, ровная. Ну, понятно, это ее зубок нарисовал. Так, пока его нет, я один поиграю. Вот мой любимый паровозик. Наверное, и меня затем позвал, чтобы вместе в паровозике играть. Ту-ту! Ту-ту! Коксик, здравствуй! Привет! Скучал? Да! Я с нашей железной дорогой играл. Ту-ту! С какой железной дорогой? Да вот с этой, вот с этой. Ты же ее для нас нарисовал, я так и понял. Молодец, ту-ту. Слушай, а почему ты станции не нарисовал или деревья какие-нибудь? Так бы еще интереснее было. Ту-ту. Какие станции, какие деревья? Да разные, ладно. Я сам сейчас нарисую, цветочки нарисую, и деревья нарисую. Да при чем цветочки? Какая станция? Почему ты решил, что это железная дорога? Ну, что же тогда? Вот, смотри, вот рельсы. Вот шпалы. И не рельсы это, и не шпалы. И вообще, это никакая не дорога, а чертеж самой настоящей лестницы. Какой еще лестницы? Какой-какой? Обычной. Вон она, смотри, почти уже готова. Осталось только последнюю ступеньку прибить. Ух ты! Ну и молодец ты, Зубок. Такую вещь сделал. Нравится? Еще бы. Да мы и по этой лестнице куда хочешь забраться сможем. Ну, вообще-то я ее Енотычу обещал. У него яблоки в саду поспели. А без лестницы, ну, никак их не достать. Эх, ладно, так и быть. Енотычу, так Енотычу. Яблочки нам тоже пригодятся. Ой. Да. Слушай, хоть один разочек дашь по ней подняться? Ну, конечно, дам. Тогда что ты стоишь? Давай мы еще одну... Да, одну ступеньку приделаем, чтобы наша лестница еще выше была. Гвозди-то у тебя есть? Вот они. Я как раз новую баночку принес. Ну тогда за работу. За работу. Ну-ка, Коксик, да, забил нормально. Гвоздь. Сейчас. Еще вот второй покрепче. Да. Все, твоя очередь. Вот, Зубок. Ну, молодец. Ровно. Ровно. Ну, а теперь можно испытание проводить. Ага. Посмотрим, на какую высоту я по ней заберусь. Так, друзья мои, испытание я вам проводить не советую. Здравствуйте. Здравствуй, Леш. А почему не советуешь, интересно? А тебе что, не нравится? Да нет, эта лестница... по-своему уникальный. О. Я считаю, что ее нужно поместить в музей наших поделок. Вот и мы так думаем. Да, а вот пользоваться ею как лестницей я не советую. Ну, посмотрите, какие у нее ступеньки. Тоненькие, перекошенные. Да взбираться по такой лестнице просто опасно. Ну, вообще-то ты прав, Леш. То есть как ты прав? Что ж нам теперь, без яблок оставаться, да? Как же без лестницы енотчик с дерева снимет? Ну, почему без лестницы? Мы сделаем с вами лестницу. Разве мы не плотники? Леша, разве мы не кто? Кто? Плотник – это человек, который умеет делать из дерева много разных полезных и красивых вещей. Например, он может из бревен построить дом, сделать пол, окна, двери, потолок, крышу. Или может построить через быструю речку деревянный мост, а может сделать деревянную лодку. Вообще, плотник – это очень сильный, смелый и ловкий человек. Правда?
Конечно, потому что ему же приходится работать в трудных условиях. Иногда на большой высоте, в тесноте или на улице при плохой погоде. Ой, я не знал, что быть плотником так трудно. Трудно, но очень интересно. Я вам раскрою секрет. На самом деле, каждый настоящий мужчина хотя бы один раз в жизни, пусть недолго, но был плотником. Ведь всем нам приходится мастерить что-то из дерева своими руками. И мы хотим мастерить из дерева. Да, очень хотим. Ну, так зачем же дело стало? Итак, енотчу нужна лестница. Да, ну, еще да. Как нужна. Тогда сейчас я принесу настоящие плотницкие инструменты. А-а-а. Ой, а интересно, какие же это настоящие инструменты? У плотника очень много разных инструментов. Для каждого дела свой специальный инструмент. Вот, например, этот инструмент вам знаком? А, я знаю, это пила. А для чего она нужна? Ну, дерево пилить. Правильно. Ну, про молоток я вас не спрашиваю. Да, про молоток мы знаем. Да. А вот это вот что такое, знаете? Ну, ух ты. Нет. О, это электрическая дрель. С ее помощью можно сверлить различные отверстия. Так. А вот этот инструмент вы знаете, как называется? Нет. Друзья мои, это рубанок. С его помощью можно делать ровными доски. Лёш, а у нас есть ровные доски. Да, а еще у нас есть гвозди и молоток. Ну, тогда лестница для енот-енотча получится крепкой и ровной. Точь-точь такой, какой она нарисована на этом чертеже. Ты уверен, Лёш? Конечно, ведь над ней будут трудиться целых 3 плотника. Ну, правда, 2 пока начинающих. Ничего, ничего. Было бы желание, а мастерство придет. Но главное помнить, что плотницкие инструменты – вещи очень серьезные, некоторые из них опасные. Поэтому плотницкую науку нужно постигать вместе со взрослыми. Ну, мы согласны. Конечно, согласны. Ну что ж, тогда за работу. За работу. Нет, сначала мы попрощаемся с ребятами. До свидания, ребята. До встречи. Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.